Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Сегодня у меня две новости, одна хорошая, а одна плохая. Получил посылку от друга из далекого Калининграда. Кстати, я родился в Калининграде, и поэтому мне очень приятно получать оттуда посылки. И сразу меня огорчил актом таможенного досмотра, что посылка поступила на таможню с шорохом перемещаемого вложения. То есть там что-то тряслось. Пришлось посылку вскрывать не перед вами, вскрывать на почте и осматривать. И вот, друзья, вот так вот, вот такая кружка была отправлена моим другом, но почта России ее не довезла до таможни. А только прислали такие вот осколки. Очень, конечно, печально, хотя посылка была хорошо запакована. Это лежало в пластиковом ведерке. И все равно где-то умудрились ее раздавить. Хотя это мелкий пакет. Но вот такая печальная новость. А хорошая — это то, что друг мне прислал долгожданные шевроны. Вот такие вот отличные шевроны и монеты. Да, я собираю монеты. Ну и также люблю шевроны. Шевроны морской пехоты. Один на камуфляжную форму. Один на повседневную. Отличные красивые шевроны. Мне очень понравились. Я уже заранее все рассмотрел. Хотел, конечно, вскрывать это перед вами. Отличные, отличные шевроны. Я очень рад. Такая вот кокарда. И пополнение монет в мою коллекцию. Начнем смотреть. 10 рублей Россия. Города воинской славы. Выборг. 10 рублей. 20-летие Конституции Российской Федерации. У меня российских монет еще мало в коллекции, поэтому я рад каждой монете. Города воинской славы. Брянск. Монета города воинской славы. Воронеж. Вот таких монет у меня уже несколько, 50 лет. Первого полета человека в космос. Города воинской славы. Нальчик. Города воинской славы. Великие Луки. На многих монет у меня еще нету. Гатчина. И последняя монетка, 10-рублевая, в таком формате. Города воинской славы, Старая Русса. Такой точно нету. И биметаллические 10 рублей, 2011 год. Воронежская область. Это у меня вторая монета в коллекции, тоже Воронежской области нету. Но с этой тематики у меня вторая монета только. И вот такая вот отличная монетка. 25 рублей 2014 года в упаковке, посвященная Олимпийским играм в Сочи 2014 год. Супер! Супер пополнение коллекции. Отличные монеты. Отличные шевроны.
Да, а могла быть еще отличная кружка для чая. Ну ничего, друзья, конечно, жалко, что мой друг потратил деньги, отправил ее, но она не доехала целая. Это, конечно, печальнее всего. Ну вот, друзья, на этом буду заканчивать данное видео. Спасибо, что остаетесь у меня на канале. Спасибо, что смотрите, что комментируете. Всех благ вам и вашим близким, друзья.